и фрукты. И питание. Я думаю, что обезьяна будет... Довольно. Обезьяна будет счастлива. У нее теперь есть все, что вы задобрили следующий год. Я думаю, тоже он будет вам благосклонен, как и все предыдущие. Думаю, с тех пор, как вы все-таки стали звездами, хотя и без помощи нашей фабрики, как изменился ваш Новый год? Как вы его теперь встречаете? Новый год, как и предыдущий, в принципе, в работе. Но, кстати, вот 2002 год, точнее, нет, 2003 год мы встречали каждый по отдельности и дома у себя. Поэтому странно, что мы не работали. Хотя вот не работали, да, а год такой продуктивный и рабочий получился. Вот я не знаю теперь, как верить ли этой примете, что как вот встретишь Новый год, так его проведешь. Не знаю, в Новый год в 2003 отдыхал. А, наверное, в этом году придется поработать. Лариса, Дана, я не верю, что мужчины могут принимать какое-то участие в подготовке новогоднего праздника, поскольку обычно за это отвечают женщины. Конечно, не умеют. Виктор Гусев сейчас только что разбил этот стереотип, потому что он делает какие-то чудо бешеные креативные свечки в апельсине. Что это такое, я думаю, мы увидим позже чуть. А пока спрошу у вас, друзья, ведь вы же не режете сами салаты там, оливье. А, это мой конек, на самом деле. Меня всегда спрашивают, умею ли я готовить, и я все время отвечаю, что да, умею, но я умею готовить салаты. То есть салат это мой конек. Господа, я вам предстоит сегодня проучаствовать в процессе сервировки стола. Мы специально придумали для вас это такое изящное испытание на настоящую мужественность. И уверена, что та девушка, которая когда-нибудь будет все-таки рядом с вами надолго и всерьез, ну, у каждого своя, конечно, будет счастлива, увидев сейчас, как вы грамотно и гениально сервируете столы, друзья. Без проблем. Приглашаю вас на кухню. Вы вообще вилкой с ножом умеете пользоваться? Но, обижаюсь, да. Я справа, у тебя нож левый. О, правда. Ноги. Мне бы присутствовать, и я с удовольствием на это посмотрю. Дело в том, что у нас есть в студии человек, Елена Михаенкова, один из лучших рестораторов города Москвы. Сейчас Елена, вот познакомьтесь, прогрессивная молодая молодежь. Где-то вы уже виделись. Да, где-то вы уже их видели. Наверняка не умеют чистить ни ананасы, ни бананы. Вообще. Надо вилками, ножами пользоваться, наконец-то научились. Надо их обучить и как-то красиво этот стол украсить. Ну что, я вас оставляю, да. Не боитесь? Нет, не боитесь, все, тогда оставляю вас. Ян, все. Проследи. А колбасу я возьму, пожалуйста, на себя. Тогда я хотелось бы, поливаем клеем, а мне хотелось бы привлечь ваше внимание к тому, что происходит на этой площадке. Виктор Гусев сделал изумительную композицию. Интимный вечер. А что интим на 6 персон? Нам предстоит принять ответственное решение, принять вас или не принять в мужской клуб. Поэтому вот у нас есть учитель и есть экзаменатор. Скажите, пожалуйста, как они справились с заданием, и задайте им какой-нибудь тестовый проверяющий вопрос. Я могу... Правильно, правильно. Салфетку завернуть. Так, значит, пожалуйста. Вот собственными руками только что свернул красиво. Да, ну давайте. У всех на глаза. Вот сейчас я заверну. Не посрами. Я понимаю, что второй раз может не получиться. Не волнуйся. Получится, я их не отдаю. А для чего сворачивать? Для этих салфеток сворачиваю. Салфеточку нужно красиво накрутить. Салфеточку. Новогоднюю стола. Чтобы стояла, да. Нет, уже развернуть сюда немножко поправить, да? Нет, сюда наоборот. Я сейчас задам вопрос, на который никто не выживет, если взрослеть, я уверена. Сколько емкостей для напитков, я имею в виду бокалов, должно стоять у каждого гостя? Покажу. Смотри, должна быть обязательно для напитков, для вина, для шампанского и для водки. Ну, для водки обычно, по-моему, не ставятся, насколько я помню, рюмки. Рюмки не ставятся? Правильно или нет? Правильно, абсолютно верно. Девчонки, я предлагаю вам вручить вот этот ключ от нашего города двум мальчикам, так, беленькому и черненькому. Вот вам. Сережа и Влад. Бурные аплодисменты. Клуб мужчин принимает группа Smash. Естественно, подарок для женщин от вновь принятых мужчин. Love and tenderness, the touch of your caress, don't want no second best, gotta be the real Elmore, gotta know for sure, you're the one that I adore, gotta be the I love you, girl. And it's
my love for you. I wanna know for sure that you love me too. Let's go back to the time when love was new. Don't ask for much. Sometimes the love you give is not enough.